Еще раз здравствуйте, друзья. Сегодня по-прежнему 8 января 2021 года. Я тут нахожусь между речками Амундала и Кучияка. Тут сзади меня дорога там проходит. В общем, здесь они довольно близко сходятся, а дальше потом впадают в Юшин. И одно, и другое. Так вот. Все знают про бамбук, а вот тут есть такой тростник, растет, вымахивает тоже очень здоровым. Вот он. Вымахивает тоже очень здоровым, вот его. Вот. Наверху, что он из себя представляет, вполне бы пошло на кровлю. А вот эта вот часть, которая идет до листьев, она довольно прочная. То есть немногим уступает бамбуку по прочности. Но почему-то местные его не используют. Вот. Как бы. Но русские нашли на нескольких финках ему применение. Лакируется. Я потом узнаю как-нибудь его точное видовое название. Вот. Растет здесь вот на таких заболоченных кислых почвах.